Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и за долгое время существования канала и огромное количество видео, более 1000 видеороликов уже есть на канале, я ни разу не попросил вас досмотреть видео до конца, потому что понимаю, что те, кому это интересно, и так это сделают без моей просьбы. Но в данном случае я хочу вам попросить вас об исключении. Досмотрите, пожалуйста, хотя бы первую часть данного видео, ну а дальше уже будете решать, перелистывать или нет. Мы огромное сообщество, нас тысячи людей, которые повязаны так или иначе какими-то едиными идеями. Ну скажите мне, если что что-то более важное, нежели жизнь человека. И не имеет значения, как мне кажется, с каким паспортом он живет или гражданином какой страны он является. Мне кажется, что жизнь человека, она абсолютно бесценна и ничем не измерима. Мне кажется, что тысячи людей готовы сделать огромные вещи, если будут заражены одной идеей в позитивном смысле этого слова, если они будут идти к одной цели, ну и, соответственно, будут добиваться позитивных результатов. Я, зная это все, обратился несколько месяцев назад в компанию Wargaming с просьбой провести какую-нибудь беспрецедентную акцию, которая будет нести в себе еще и социальный посыл и будет социально значимым событием не только для игроков, но и для компании в целом. И как же я рад, что компания Wargaming меня услышала. Я безумно благодарен каждому сотруднику компании Wargaming, которые приложили руку к той акции, которая сейчас стартовала внутри игры. Я безумно благодарен отдельно сотруднику Wargaming по имени Микита. Он действительно красавчик, молодец, спасибо большое за то, что поддержал мою идею. Так вот, друзья мои, скажите мне, есть ли что-то более важное, нежели жизнь человека? Есть ли что-нибудь более грустное и более тяжелое, нежели глаза матери, сидящей у кровати своего больного ребенка? Есть ли что-нибудь более раздирающее сердце, нежели родители, потерявшие своих детей, и близкие, которые потеряли своих любимых? Мне кажется, нет. И именно поэтому я считаю, что то, что сейчас сделала компания Wargaming, это самое ценное и самое дорогое, что они могли сделать за все время существования игры. Первый раз такая акция есть в компании, и первый раз за 9 лет компания настолько приблизилась к всему душевному и честному, что может быть в этой жизни. На данный момент вы в своих магазинах сможете найти набор с танком, в частности это будет Astron Rex, и также вы там сможете найти себе еще и более дешевый набор. Что собой наборы представляют? Это наборы, в моем случае, за $30 Astron Rex, 3 мистических контейнера, есть 30 дней према, целых 7500 голды, есть вот такой уникальный фон профиля, который говорит сам за себя в отношении того, в поддержку чего это все происходит. Есть вот такой уникальный камуфляж, который будет открываться на всех машинах, которые вы будете приобретать, и там вы сможете этот камуфляж также одеть на данные тачки, отдельно открывать его не придется. Есть вот такой великолепный аватар, который уже стоит у меня, и я считаю, что каждый из вас может гордиться тем, что будет ездить именно с этим аватаром, показывая, какое хорошее и великое дело сделал человек, который купил себе данный набор, чтобы аватар получить. Есть целых 5850 осколков Фортиума, есть X5 в количестве 25 штук, причем на любые машины. И открытое все оборудование, которое позволит сэкономить вам на Astron Rex в районе 2 миллионов серебром. Если вдруг у вас нет возможности приобрести себе данный набор, вы можете приобрести себе набор за $5. За эти $5 вы получаете 3 дня према, 2000 голдой, ну и все те же самые подарочки, которые были в предыдущем наборе. Плюс к тому, вы можете эти подарки отправить своим друзьям в виде презента и в виде поддержки того, что происходит сейчас в игре. Хочется также отметить, что покупая тот или иной набор, полностью вся сумма, которая будет получена с реализации данных наборов, будет отправлена на приобретение машин скорой помощи. Речь не идет о политике, речь не идет конкретно о войне. И здесь речь идет не о том, что за полученные деньги будут закупаться хаймерсы, бронежилеты, патроны, либо что-то подобное. Речь идет о том, чтобы спасать жизни людей, которые в этом нуждаются. И как я уже сказал, я считаю, что нет ничего более ценного, чем жизнь. В поддержку этой акции, помимо того, что, как видите, у меня у самого уже есть Astron Rex в этом великолепном камуфляже, у меня есть установленный аватар, у меня есть установленный фон профиля, я еще буду проводить сегодня благотворительный стрим, который состоится вечером, и полностью все деньги, которые будут получены в процессе данного стрима, будут отправлены на поддержку больницы Ахмадид, которая занимается лечением тяжело больных детей. Поэтому, друзья мои, всех жду сегодня вечером на прямой трансляции и надеюсь на вашу поддержку. Ни одна копейка, которая будет задоначена вами в процессе данного стрима, не уйдет никуда, ни на поддержку канала, ни мне лично в карман. Плюс к тому, по результатам я выложу отдельное видео с отчетом по перечислению денежных средств в больницу Ахмадид. Спасибо вам большое за то, что придете вечером на прямую трансляцию и поддержите.
поддержите меня. Спасибо вам большое за то, что вы не будете равнодушными и купите себе какой-нибудь из этих наборов или отправите их кому-нибудь в подарок. Заранее вам огромное спасибо за человечность, которая есть внутри каждого из нас. Ну а теперь давайте по обыденному, по привычке, выкатим Астрон Рекса для того, чтобы посмотреть, что это за машина. В конце концов, у нас канал в том числе и по танкам, а не только социально направленное мероприятие. Поэтому я думаю, что машину тоже необходимо заценить. Хотя я думаю, что каждый из вас знает, что это за танк. Что машина собой представляет? Это барабанная машина, средний танк 8 уровня, с довольно-таки бодрым барабаном в отношении урона, но не очень бодрым временем перезарядки снарядов между собой в магазине, к которому необходимо привыкнуть, и довольно долговатым временем перезарядки магазина в целом. При этом всем урон действительно по ДПМу не сильно крутой, 1800 единиц, но в целом вполне себе даже играбельный. Разброс, я бы сказал, в пределах нормы. Что касается времени сведения, то не более чем дело привычки. Есть угол склонения орудия вниз минус 8, что довольно-таки комфортно на какого-то рода неровностях. Абсолютно честный обзор на Астрон Рекса вы можете найти у меня на канале, и ссылочку я обязательно добавлю в описании к данному видео. Ну что, берем машину и поехали покатаемся. Ну что, друзья, давайте заценивать Астрон Рекса, и параллельно с тем я хотел бы попросить вас об одолжении, каждого из вас. Я понимаю, что среди вас есть огромное количество людей, которые хотели бы приобщиться к этой акции, приобрести себе набор, но не имеют на это финансовой возможности, либо технической возможности. Я обращаюсь не только к тем, кто на эту акцию не имеет возможности в виде финансового вливания, а еще и к тем, кто все-таки в эту акцию вливаться будет. Я хочу попросить каждого из вас помочь мне популяризировать данное видео путем того, чтобы прямо сейчас написать комментарий под данным видосом, поставить данному видео лайк, ну и обязательно подписаться на канал. Все это поможет в продвижении данного контента на YouTube и будет предлагать YouTube данный контент к просмотру все новым и новым зрителям, которые интересуются танками. Спасибо вам большое за то, что вы не безразличны к несчастью других людей и готовы поучаствовать хотя бы таким несложным образом. Просто прожать лайк, просто написать комментарий и просто прийти вечером на прямую трансляцию. Все это поможет мне популяризировать начинание варгейминга, которое я в принципе инициировал. Что касается машины. Да, на ней не всегда легко играется. Да, на ней необходима сноровка, но все-таки машина очень приятная и очень интересная. Мне лично нравится. Я не могу сказать, что набор стоит $30, если рассматривать этот набор исключительно как капиталовложение в конкретную машину и получение определенных игровых ценностей. Если бы данный набор выходил без какой-то высшей цели, я бы сказал, что данный набор, безусловно, 30 баксов не стоит. Ну а в данном случае я считаю, что этому набору нет цены, потому что нет цены человеческой жизни, нет цены человеческому здоровью. Именно поэтому я и считаю, что ценник на него вполне себе нормальный и вполне себе аргументированный. Есть ситуации, есть прецеденты, когда где-нибудь на каких-то аукционах продаются вещи абсолютно дешманские. Какие-нибудь носки продаются за несколько тысяч долларов. И люди покупают эти носки не потому, что они прям совсем с ума сошли. Они понимают, что носки в магазине они могут купить гораздо дешевле, и для них это будет гораздо выгодней. Но с другой стороны, они-то покупают не носки, они делают вклад в какое-то общее дело. Они делают вклад в какую-то общую цель. Именно это и олицетворяет, в принципе, набор, который сейчас есть на продаже. Поэтому, друзья мои, если у вас есть возможность, не поскупитесь, приобретите данный набор. В конце концов, речь идет не о приобретении хаймарсов, не о приобретении каких-нибудь танков или каких-нибудь бронежилетов или патронов. Речь идет о приобретении машин скорой помощи, которые помогут вовремя предоставить медицинскую помощь нуждающимся. Не путайте праведное с грешным, ну и, соответственно, понимаете, все правильно, так как есть. Ну что, сейчас дозахватим точку, поедем, немножко еще постреляем, ну а глядишь, может быть, кого-нибудь и вынесем. В конце концов, у нас есть целых 761 единица по ХП и великолепных 3 снаряда в барабане. Не знаю, получится или нет, может, меня сейчас, конечно, и вынесут, но в конце концов, данная катка — это не то чтобы тест машины, это просто показать вам, что она собой представляет. Ну что, иди сюда, Ликанчик. Будем с тобой разговаривать по душам.
Пошел в размен, но не жалею, потому что понимаю, что мне этого барабана оставшегося хватит более чем для того, чтобы отправить товарища в ангар. Итак, на нашем счету два фрага, море позитивных эмоций, ну а главное понимание, чего стоит данная машина. Я считаю, что машина, положена в этот набор, довольно-таки неплохая. И в данном случае разработчики абсолютно не поскупились. Поэтому, друзья мои, участвуйте в акции, поддерживайте эту акцию, популяризируйте данную акцию настолько, насколько это возможно. Я не буду смотреть на результаты боя по одной простой причине, потому что не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Повторюсь еще раз, поддержите данную акцию, нажмите лайк, подпишитесь на канал, обязательно приходите сегодня вечером на вот эту прямую трансляцию, там, где я буду собирать деньги на медицинское оборудование для медицинского учреждения Ахмадит, которое помогает тяжело больным детям. Спасибо вам большое за просмотр, не будьте равнодушными, не будьте скупыми на слезы и обязательно будьте щедрыми на благо, которыми вы можете поделиться с людьми, которые в этом нуждаются. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.